В городе Дачагус был сдан в эксплуатацию новый торговый центр ДРКАР. Строителям, отличившимся при возведении здания, были вручены подарки от имени президента Туркменистана. На полках магазинов, в частности, представлены разнообразные моющие средства, шампуни, эффективные и безопасные товары бытовой химии, выпуск которых успешно освоен туркменскими производителями. Также торговый центр имеет большой ассортимент бытовой электроники, различных приборов и товаров для дома.